Чайка, молодец. Формат врун. Я врунишка. Где мы сопротивляем двух людей, которые спорят, делают ставки. Естественно, на кон выставляют собственный телефон, в который мы можем залезть и узнать, что же они там творят. Я не улыбаюсь. Главное сегодня противостояние — это противостояние мастодонтов. Людей, которые были в минус первом сезоне Амкала еще, когда Амкала не было, а они уже были в форме и были готовы всем драть жопы. Это Леха Гуркин. Тебя, деревянный, понял. Игорь Олейник. Итак, мистер Олейник, мистер Алексей Гуркин. Скидывайтесь. Пока вы скидываетесь, кто первый сделает ставку. А, ну это обязательно. А где? Я не знаю, я не удивлен. Ну, а кто бы удивлялся, Леха выигрывает. Ты первый будешь делать ставку или второй? Давай первый. Хорошо. Первое задание я предлагаю — футболь, да? Я могу назвать вас друзьями? Да, мне можешь. Да. Супер! У нас есть супер заряженный Тимур, который готов биться против вас. У вас есть 6 ударов издалека. Лонгшот. Из 6 ударов сколько ты, Леш, забьешь? Один. Ты можешь либо сказать врун. Да, я знаю правила. Какое у нас сегодня наказание? Первое наказание — я предлагаю пойти нахуй. Вот так пойдешь. Потом вот так пойдешь. Давайте начнем, как всегда мы начинаем. Мы зайдем в директ. Мы можем 3 раза поскроллить ваш директ и выбрать одну из переписок, которую мы откроем. Переписок. Переписки. Один гол говорит Леша. Что говорит Игорь? Я скажу его правду. Что правда? Что он забит один. Я очень уважаю, что ты веришь в Леху. В твоих интересах сейчас сказать 2, что ты забьешь. Да, или на врун. Или говорить либо врун. Сказать врун, и вдруг Леха не забьет ни одного. Метр от линии, да? Я бью. Да. Не от линии, от точки. Да, я знаю правила. Ну, в общем-то, я... Ты что, долбанулся? Наверное, вопросов, почему этого парня больше нет в Амкале, не должно быть. Хорошо, давай, я буду бить 2. Подожди, ты бьешь 6, и ты из 6 должен забить 2. Я понял. Но это еще не все. Ты забьешь 2 из 6, ты веришь в себя? Да. Ты веришь сюда? Ну да. Так, после того, как он сказал, я говорю врун. Подожди, сейчас. Гуркин говорит Игорю врун, а знаешь, что говорит Игорь? Согласен. Игорь, тебя обвиняют во вранье, ты должен теперь забить 2 мяча из 6. Если ты этого не делаешь, мы твой телефон забираем и смотрим твой директ. Если же ты это делаешь, то мы забираем телефон Лехи Гуркина. Я могу сказать свое оправдание, что типа, я не знаю, как тебе, но мне нечего терять. Это свидание со смертью. Мне нечего терять. Это когда тебе нечего терять. Добью! Добью! Давай по новой. Здорово, здорово. Передачка, передачка была. Тимур, из двух ударов. Я очень хотел, чтобы этот удар он не забивал, чтобы был Голливуд потом, но... Ни. Ху. Итак, мастер Инстаграма. Давай сюда, сюда. Скрольнем, да? Давай, родной. Бразер, можешь чекнуть Телеграм, пожалуйста, прежде чем у лакер, но это мы не поняли. Я хотел бы отметить, что даже здесь не ответил. Леха Гуркин. О, Альба. Мне нравится в Альбе 13 вот этот вот смайл. Я слышу, как Леха сзади так... Да, он что-то шутканул. Давай посмотрим, что он шутканул. Что, открываем Альбу? Давай, Альба. Ты же в конце марта, в начале апреля будешь в Москве? Мы можем же здесь ходить? Нет. Я сейчас, знаете, как сделаю? Эй, туда тут. Какой хитрый. А мы можем перейти на него фоточки так делать? Да. В целях конфиденциальности не показываем, но Федя и Ромарой просто могут это описать текстово, пожалуйста. Это моя мама. Что ты переписываешься с моей мамой? Так, ну что, 1-0 ведет Игорь. Игорь. Впереди новое задание, теперь оно на знание. Блять. За 30 секунд те, кто забивал замкал. Надо перечислить людей. Сколько людей ты перечислишь? Игорь. Давай я назову 5. 7. 7 от Лехи. 8 от Игоря. 9 от Лехи. Давай. Врун, тебя называют вруном. 30 секунд, погнали. Данте, Лакер, Ромарой, Герман, я, Олейник, Саня Фифа, Федя Маслов. А кто у нас еще есть? Чужой, Ильхан. Ну еще одного назовем, всех случаев. Все. Ладно. Ну что, мы попадаем в галерею, в чудесную галерею Игоря Олейника. Игорь, у нас есть 3 скролла. Друзья. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, снова уборка. Блин, поначалу было поприкольнее, мне кажется. Федя, верим в тебя. Прям давай. Ладно, ебанем, да? Давай. Так, это уже какие-то амкаловские времена.
Блядь, да давай 6 скроллов, ну вообще. Нет, последний скролл, давай, Федя, я верю в тебя. Блядь, почему такое пиздатое было начало? А и финал? Подожди, я не понимаю, да. Блин. Начало было очень потенциально. Сноуборд, крутое. Футбол. Поля. И машина. Это моя жизнь. Давайте на третий круг. Давай, футбольное задание у нас впереди. Центра поля. Ты бьешь по пустым воротам. Верхом нужно положить мяч. Я предлагаю тогда посмотреть 30 секунд, мы можем смотреть историю браузера. Да это как это? Смотри на Леху. Смотри на Леху. Что, Греча, блядь, почем в Австрии? Давай сохраненки в Инстаграме. На кон ставим. 30 секунд мы можем смотреть сохраненки в Инстаграме. Все ворота большие? Да. 5. Врун. Леха, удачи, тебя обвиняют во врунстве. Я пойду писать. С первого попадания. Все, сразу же! Это было очевидно немножко. С первого попадания. А нет. Пацаны, ну немножко давление сыграло все-таки. И что, олдпост? Да, да, там, там. Где тёлки-то, а? Там Пачино, Патрис Эвра. Подожди, там еще и жена моя была. Мою жену. Федь, 10 секунд, Федь. О, смотри, как. Опа. С новым счастьем. 2 секунды. Время. 2 секунды. Время. Это что такое? Все, время. Там жена моя была! Мою жену лайкает! Да, лайка-то, кстати, не было. Да. Лайка-то не было, что сохранил себе. А, то есть он лайк не поставил, а сохранил? Да, конечно. А, у него какой-то текст там был про гейм. А может быть, просто порнушка закончилась, да, и надо было на что-то подрокать вечерком? Да, пацаны, хорошо, что вы дальше мне не стали отвечать. Что было? Там интереснее, блядь. Ну там больше всяких. Ты можешь так не говорить? Там обидно. Так, Федь, продолжай, пожалуйста, мне сейчас звонят. Я слушаю вас. Кстати, Танюхе получается комплимент. Значит, мне что-то понравилось ее текст. Давай, не чай, стой пока там. У нас впереди член, а сзади жопа. Мы заходим в... Мы можем открыть один из диалогов ВК. А у Оленька мы что? А, у Оленька в Телеграме? Ну давай, ладно, я сейчас выиграю. 45 секунд, мы открываем один из диалогов в переписке. Если он супер конфиденциальный, мы все замазываем, просто Федя перескажет, что он там видит. Давайте по столицам пройдемся. Кто за, больше назовет? За 30 секунд это вам... Что, что идет, плохого? Ты, чувак, ты много путешествуешь. Я карта. Сколько столиц ты назовешь за 30 секунд? Столиц. Давай 10. 10 столиц, Леш. 13. 12! Давай 14. Давай 15. 15 столиц. Я говорю врун. Врун, Леша, я сразу же... Пиздобол! 30 секунд, погнали, 15 столиц. Россия, Москва, Украина, Киев, Белоруссия, Минск, США, Вашингтон, Бразилия, Бразилия, Италия, Рим, Испания, Мадрид, Франция, Париж, Япония, Токио, Китай, Пекин, Австралия, Канберра, Алжир, Алжир, Египет, Румыния, Бухарест, Англия, Лондон, Шотландия, Эдинбург, Время! Все, 15. Ровно 15. Молодец. Тихо, спокойно. Давай. Вот я бы... Имя. Заходи. Все, идем? Время. Да, время идет. А заходи в это... Как-то теперь это для тебя. Да, позвони. Подожди. Все, да? Да. 30 секунд. А сколько у нас? 30 секунд. Кульничник секса! Ай, блин, а у нас сколько времени всего? Фидос, мы одну переписку открыли. Давай, просто расскажи об этой переписке в 10 словах. То есть мы сразу пошли в фотки, и там очень много фоток. Да, она там в нижнем белье. Ну, почти. А она ему скидывала? Да, типа, вот я, потом там попка. Ну, но мистера Оленика там не было, Игорь не отсылал его. Были картинки, типа, о том, как, блядь, секса хочется и так далее. Не, там, типа... У нас финальный тур, счет 2-2, и финальный тур всегда в супер игре. Мы забираем на 50 секунд телефон и залезаем куда захотим в течение этих 50 секунд. Но мне нечего терять. Футбольный челлендж, я предлагаю выходы 1-1.
Сколько штук? Давай 7. 7 выходов. 7 выходов один на один. Мистер Олейник. Я начну с 5. Ты забьешь 5? 5 из 7 да. выходов? Да. Дим, Олейник может 5 из 7 выходов один на один. Правильно. Я скажу так, ты не забьешь ему 6. Я хотел 5 сказать, если бы он сказал 6, все, я был бы спокоен, понимаешь? Да говори, пускай бьет. Все, ну 6 объективно. Ладно, 5. Хорошо, врун. Игорь врун. Врун! Врун! Игорь врун. Так, Игоря обвинили в вранье. Игорь, у тебя 7 попыток, ты должен забить 5. Блять. Гол. Ой, забил. А на грани, кстати. Мне кажется, на шаге прям поймал. Два из двух, как он положил. Удар остановить на Лёху. Ему надо что, 2 из 4? Ты откуда? 4 из 4! Подожди, мне кажется, Олейник делает Голливуд, как ты просил. 4 из 5. Такой триггер пошел, пацан. Тимур, выход. Да, Тимур, блядь, выходы. Так тебе черпака бы дал, я тоже. Слушай, у меня, честно, я тебе скажу, знаешь, что интересно есть? Вот мой рацион. Зайди, посмотри, что я кушаю. Давай, 3, 2, 1. Поехали. Пошел в ВК, хитрец. Блядь. Леха прям на стриме подходит все ближе и ближе. Прошло 20 секунд, осталось 20 30. Уже? Так, нахер. Выходим. Осталось 20 секунд. Выходим из... Выходи в чат. Старый. О, Мария. Фотки. Да какая, блядь, дурость. Чёба, почему человек... Время! ...пользоваться телеграммом? Да что? А куда я неправильно сделал? Да все неправильно. Миша Литвинов. Уже все. Фу! Я в который раз убеждаюсь, что мне очень нравится этот формат не из-за того, что мы можем открыть в телефонах у ребят, а как они волнуются, как они злятся. Но мне нечего терять. Спасибо, Игорь и Лехе. Лех, спасибо тебе за смелость. Игорь, ну ты сегодня просто нас воодушевил. Я видел, что вы хотите Лакера против Блата. Лакер, ты готов залететь? Конечно. Молодец, сумочка. Что, Лех? Я хотел сказать такую вещь, что, пацаны, живите так, чтобы вам не было стыдно за то, что у вас в телефоне. Либо очистите все, что у вас есть. Пум-пум, I was.